Ваши вопросы, пожалуйста. Исход матча вы уж видели, проиграли 2-1. Вам комментарий по игре дать? Ну, вы же сами понимаете, пропускать на первых минутах со стандарта. Как говорится, сразу тяжело, потому что пропустили на первых минутах, пошли, как бы попытались взять мяч под контроль, начали получать контратаки, потому что знали, что надо забивать. Плюс ко всему было очень много невынужденных потерь, что я сказал ребятам в перерыве. Ну и потом, опять же, ошибка в центре невынужденная, которая привела к голу. После первого 2-0 хотели во втором тайме просить ребят обострять за счет флангов и передач. Ну, наверное, до минуты 77 это не получалось. Шахтер играл очень в среднем блоке, не давал нам развернуть атаки через фланги. И при этом старался убегать в контратаке. В принципе, что у них тоже получалось. Могли нам забить, наверное, еще. После 70-й минуты, где-то, наверное, 75-й, может быть, начали немножко получаться скрывать фланги, пошли передачи, наверное, получилась острота. Ну, в концовке забили гол. Вообще, когда, грубо говоря, играют не по позиции футболиста, тяжело. Ты ищешь варианты какие-то, остановились на этом варианте, наверное. Думаю, Шлицов скоро вернется, он у него заболел. Наумов, у него повреждение задней поверхности бедра, то есть еще, я думаю, наверное, недельки три, может быть, четыре, где-то так. Опять же, не могу дать, наверное, доктор даст более картинку по его здоровью. По Динге тоже вопрос, он получил сейчас травму в игре с этим, хотя готовился к игре, но не смог выйти. Опять же, будет обследование, наверное, в этом. После обследования можно сделать какое-то заключение. Мбенга? Ну, тяжело сказать, пока там ведутся. Вы знаете, у него были проблемы там небольшие со здоровьем. Все, что дальше, пока что неизвестно, что там руководство клуба, то есть директор, наверное, там, наверное, к нему можно у него спросить что-то. Нет, ну вы же сами видите, что мы, Пеша вам сказал, после 75-й минуты мы добавили и получили более острые моменты у ворот соперника. Мы, наверное, создали за последние 15 минут моменты 3 больше, наверное, чем за всю игру. Я думаю, что это же футбол, вы сами понимаете, когда забивают на последних минутах, у нас прибавляется уверенность, и я думаю, что могли еще и сравнять. Но, опять же, не хватило времени, как говорится. А может быть, могли пропустить контратаку, вы сами понимаете. Тут все взаимосвязано. Все, вопросов больше нет? Всем спасибо. Все, спасибо.